Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataru Vaschaki Pasindu Bhavacha Patitanang Pavane Bhavishnavibhyo Namo Namah Mukam Karoti Vachalang Pangunglang Hetagirim Yatke patam hangvande paramananda madhavam Brindavai tulsidevai piyavai kesava sacha Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namah Narayana namaskritta narun chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam tato jayo dire Sankirtane Krishna Katupadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaran Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tethas Padam Siva Virinjanutam Saranyam Vetatiham panutapal bhavadiputam Bande mahapurushate charuna arvindam Yat padapallavanakachandamani chataya Bispurji takamabigavadushvadarshi Purunanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kipam karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ajanulambita Bhujau Kanuka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yutaksho Visham Barau Dijabarau Yugadharma Palo Bande jagat priya karo karuna pataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramani Ajata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusha Badane Lakshmi Jasya Chavakshasi Jasyasthi Hide Sambhit Pam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare
Нискинчанасса Бхагавад Бхаджанун Мукасья, Паранг Паранг Джиго Миша Бхавасагарасья, Сандарсан Вишаянам Атху, Бешит Джаситананча, Хаханто Хаханто, Биша Бхакханутта Бьясад. Нискинчанасса Бхагавад Бхаджанун Мукасья, Паранг Паранг Джиго Миша Бхавасагарасья, Сандарсанам Вишаянам Атху, Джаситананча, Хаханто Хаханто, Биша Бхакханутта Опи Асад. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхактистанта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, мы, Гаудии, мы верим, мы обладаем огромной верой в Икаян Панту. Мы, Гаудии, обладаем огромной верой в Икаян Панта. Мы не верим в Бахубаян Панта. То есть все мы получаем через нашу парампару, линию преемственности, Шрота Панта. Мы получаем все через нашу Шрота Панту, через линию преемственности. Не должно быть никаких отклонений от парампары. И для этого и существует парампара, чтобы сохранить эту линию. Шрота Панта и Каян Панта означает, что все наши усилия личные, все наши ресурсы, все наше образование, все наши какие-то навыки, все, чем мы обладаем, все должно быть направлено в один единственный поток, канал. И не то, что кто-то может начать свой собственный канал, свой собственный поток. Все должно входить в один канал. Никому не разрешено поступать своенравно. Мапрабу это никогда не одобрял. И это называется Икаян Панта. Икаян означает, это санскритское слово. Икаян означает один, единственный и абсолютный способ. То есть все проходит через один канал. Вчера или позавчера я сказал, что наши Гуруварга, они никогда не считали, что они чего-то заслужили, они не ожидали никаких почестей, и они не думали, что они чего-то добились. То есть все, чем они обладали, какими бы навыками они не обладали, они были обладали огромными, у них было много качеств, но они никогда не считали, что они, эта проповедь происходила благодаря им, потому что они верили, что все снисходит по каналу, по этому каналу. Это все милость. Кто я такой? Столько много может быть котов и собак в этом обществе. То есть кому это интересно? Без Шрота Панты никто не может добиться успеха. Все благодаря Шрота Панте, все через Гуру Парампару. Вот почему наша Гуру Варга всегда передавала всю славу и то есть источнику, изначальному источнику. То есть они всю славу, все заслуги, они признавали, что все это исходит из изначального источника, и все ему принадлежит. И мы, Прабхупада говорит, мы верим в Икаян Панта. Окей, мы можем делать, что хотим, мы можем говорить, что мы последователи Гуранги. Вы последователи, и мы тоже последователи. Нет, это не так просто. То есть есть один путь.
И нужно всем по нему следовать. Никто не может себе присвоить по пути пратишту. Если вы примете пратишту, то будьте уверены, то, что вы принимаете калькут биш, самый сильный яд. Вчера я вам сказал, что Шанкар Бхагаван, он выпил весь яд, но вы не сможете даже переварить одну капельку этого яда, даже прикоснуться к нему не сможете, это будет убийственно. Никому не разрешается действовать своенравно. То, что делает Шанкар, мы не можем имитировать. Мы должны слушать, что он говорит, какие наставления дает. Ишвара означает тот, кто получил силу у Бхагавана. Ишвар — это Шанкар Бхагаван. Парамешвар — это Верховный Господь. Парамешвар. Верховный Господь может выпить огонь. Вы можете испить огня. Бхагаван, он ничего не ест и ничего не пьет. А вы не можете в это поверить. Что говорить о Бхагаване? Даже Дурваса Муни... Дурваса Муни сказал: «Я ничего не ем». Ты ничего не ешь, но ты только что принял столько много просада, как ты можешь сказать, что ты не ешь? И вы не можете найти ответ. Однажды гопи спросили Кришну: «Мы хотели бы пойти по ту сторону Ямуны, чтобы послужить Дурваса Муни, но как нам туда добраться? Там было столько много гопи. Как мы можем перебраться через реку? У нас столько много просада, а Дурваса Муни, он находится по ту сторону реки». И Кришна сказал: «Поступите следующим образом. Ступайте на Ямуну и скажите Ямуне: если Кришна самый великий брахмачари во всех мирах, тогда дай нам пройти». И гопи засмеялись: «Ты брахмачари? Да, самый великий. Вы не знаете». И даже в описании Расалилы говорится: вы не изучаете шастры под руководством чистого вайшнава, то есть авторитетной личности, поэтому вы не понимаете. Там написано вот это. Шукадев Госвами пишет: когда Бхагаван играет с гопи, с миллионами гопи, то он полностью контролирует себя. Это Верховный Господь, его ничто не может на него повлиять, ничто не может до него дотронуться. Он, как будто бы он был, ему было безразлично, и он удовлетворяет желание гопи. Вот почему в Брахма-самхите написано, что Бхагаван, он не играет с женщинами. Бхагаван играет сам собой. Бхагаван играет со своей собственной сварупа-шакти. И никакой речи быть не может о материальной каме. Даже нет и следа материальной камы. Но люди настолько осквернены, что они концентрируются на одном моменте только. Шанкар Бхагаван выпил яд. И что говорить о капле? Даже если вы притронетесь к этому яду, вы умрете. То есть то, что они могут совершать, мы не можем это имитировать. Имитация запрещена. То, что они могут сделать, они могут это сделать. Но нам нужно следовать тем наставлениям, которые нам дает Шанкар Бхагаван, как в случае с прачетом и так далее. То есть мы можем следовать его наставлениям. Кришна Бхагаван говорит, что вы идете на эту сторону,
почему Кришна так сказал им? То есть так гопи подошли к Ямуне и сказали, и дай нам пройти, если Кришна, он самый великий брахмачари. И Ямуна, она расступилась и дала пройти гопи. Кришна его ничего, на него ничего не может повлиять. И тогда гопи, они подошли к Дурвасе. Дурваса, он не питался ничем, он питался только соком травы. Он пил только сок травы, дурваса. И если вы будете пить травяной сок, то вы тоже можете вылечить печень и так далее. И много можно лекарств изготовить из травы. Тем не менее, Дурваса получил это имя по этой причине. И Дурваса спросила, а по какой причине вы явились? А вот мы тебе принесли просада. И тогда Дурваса, он очень быстренько все съел и спросил, а еще что-то есть? И тогда они сказали, спросили у Дурваса, смотри, мы пришли таким образом, а как нам вернуться? Как мы можем попасть? Добраться назад, перебраться через реку. Дурваса Муни сказал им, а подойдите к Ямуне и скажите, если Дурваса Муни ничего не съел, расступись. Как ты ничего не съел? Ты съел столько много всего, а как же это возможно? И тогда гопи отправились на Ямуну. Если Дурваса ничего не съел, дай нам пройти. И тогда Ямуна, она дала им путь. Но этим интеллектом, этим материальным мозгом мы не можем прийти к никакой гармонии, постоянно в сомнениях. И вот это вот настроение поспорить и всякие подозрения, сомнения, они нам всегда мешают. И точно так же логическая интерпретация, она не поможет на пути баджана. Все Кришна. Бхагаван Шри Кришна уже объяснил. Я этот мир, все исходит из меня. И все живые существа — это я. И все ответы на все поддержные вопросы — это Кришна. Кришна — это причина всех причин. Кто, кого, чего, чему, кому. То есть ответы на все вопросы — это Кришна. Все Кришна. Понимание, что Кришна играется с женщинами, это грязное понимание. И с такими концепциями можно попасть в ад. Поэтому Прабхупада, он не разрешал читать Бхагаватам, особенно 60-ю песнь. Вы можете неправильно понять Кришну, у вас разовьется какое-то дешевое понимание. И ни один ачарья до сегодняшнего дня, ни Рамануджачарья, ни Мадхавачарья, ни Бхаскарачарья, ни Бхаркачарья, никто не говорил о том, о чем Прабхупада говорил, и никто не написал того, что написал Прабхупада. Они все великие ачарьи, я их не оскорбляю, но именно таким образом никто нам не преподнес абсолютную истину. Прабхупада, он силой открыл нам глаза и сказал, посмотрите, те ачарьи, они нам поведали много сиддханты, они не какие-то обычные люди, но Прабхупада, он приходит от Радарани, не забывайте этого. Шримати Радарани, она знает, что нравится Кришне, а что ему не нравится. Она знает, как удовлетворить Кришну наилучшим образом. То есть, и вот почему в Гаудия Матхи, в Гаудия сообществе мы совершаем баджан под руководством Гуранги Махапрабху.
мы настолько удачливы, настолько удачливы, и никакая философия и не объяснит, насколько мы удачливы. Мы под руководством Прабхупады и Бхактивинода Такура. Тем не менее, мы неудачливы, потому что мы занимаемся политикой, потому что мы запрещаем кому-то ходить слушать харикатху. Не ходи туда, не ходи. А почему я не могу туда ходить? Почему я не могу пойти послушать Прабхупаду? Почему я не могу пойти послушать Шридхара Махараджа? Вы должны объяснить. Вы не можете просто как диктаторы запрещать. Вам нужно объяснить причину, почему я не могу, мне не позволено слушать, ну, то есть ходить слушать Прабхупаду, Бхактинот Такур, или ходить слушать тех, кто говорят о Прабхупаде и Бхактинот Такур. Почему вы злитесь, почему вы проявляете зависть? Те, кто говорят о Прабхупаде и Бхактинот Такуре, они не спрашивают ни денег, ни признания, ничего им не нужно. Они только рассказывают о Прабхупаде и Бхактинот Такуре. То есть мир потерял здравый смысл. Нет здравого смысла у людей, они потеряли его. Что говорить о Дивья Гьяне? Нету Канда Гьяны, здравого смысла нет. Смотрите, Прабхупада, он всегда говорил, что мы следуем Акаян Панте, и мы не принимаем никого, кто показывает свои особенности, свои качества. Я вам могу доказать все на доске, мелком начертить, как в математике. Никто не сможет пойти против меня. Если кто-то пойдет, он потеряется, потому что я не придумываю ничего. Я беру факты и собираю их в одном месте, и все с доказательствами. Что они могут сделать? Они сражаются. Прабхупада говорил, что мы не принимаем тех, вы проповедуете об этом публике. Проповедуйте о Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Это наша обязанность, что все должны знать Прабхупаду. Все должны знать факты. Проповедуйте по максимуму. Прабхупада никого не принимал. Те, кто считали, что они сами чего-то заслужили, те, кто позиционировали себя какими-то успешными проповедниками или еще что-то в этом роде. Прабхупада никогда не принимал таких личностей. Прабхупада, он следовал пути Шрота Панте, Экаян Панте. Какими бы мы качествами не обладали, это все по милости Бхагавана и все по милости Прабхупады. И мы отдаем все это Прабхупаде. Пожалуйста, ты это помести в общий поток. И это называется анугатия. Вы не знаете, что такое настоящая анугатия. И в тот день, когда вы осознаете, что такое анугатия, возможно, вам уже немного времени останется жить, или мне останется жить. Но когда вы будете в анугатии, вы просто будете плавать в океане премы. Когда вы будете следовать истинной анугатии, вы будете плавать в океане любви. Но мы не в анугатии, поэтому мы не получаем блаженства духовного. Мы что-то получаем, но не это. В киртане Бхактинот Такур пишет, но никто не понимает киртаны. Никто не поет киртаны. Кто-то споет киртан, но они не понимают, а большинство они вообще не поют киртаны. Ойну парамо сухи, дукхо дуре гело, чинта на рохило, чоди ке ананда хари.
Преданные, которые в Анугате, они видят, они в блаженстве. Вишвампурна Сукхаяте, 5 дней назад я объяснил эту шлоку. Мы молимся этому Гуранге, по милости которого мы находим себя в, то есть мы в окружении, мы в блаженстве по его милости, пребываем в блаженстве. И Каян Панта, Шрота Панта, они так важны. Даже если мы отклонимся на 0,00001 миллиметр, мы в конечном счете полностью отклонимся от пути Гурупад Падмы, Гуру Парампары. Вы знаете математику? Представьте себе две прямые линии. Они практически одна на другой. И изначально кажется, что это одна линия или две параллельные линии. Но если там будет отклонение 0,00001 миллиметр, то есть вначале вы не увидите, что там, что они расходятся. Но когда эти, вы прочертите эти линии до бесконечности, вы увидите, чем дальше вы будете идти, тем больше расстояния между ними будет. То есть и в итоге вы увидите, что они вообще, одна идет в одну сторону линия, другая в другую сторону. Если вы понимаете основы математики, то вы можете себе это представить. Две линии практически одна на другую наложены, но если вы прочертите эти линии до бесконечности, то вы увидите, что они настолько в разных направлениях двигаются. То, что говорит Прабхупада, это научно, это все проверено и одобрено Бхагаваном, и никто не может изменить ни даже одного слова, ну, как это модифицировать. Это Прабхупада, это Бхактисиддханта Сарасвати, все уже проверено и одобрено самим Бхагаваном. Это Прабхупада, Бхактисиддханта. Кто может с ним сравниться? Шрота Панта. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, как правило, говорил, что нужно следовать Бхактинод Дари, то, что сказал Бхактинод Такур, и то, что, что было до Бхактинод Такура в канале Парампары. Поэтому наша Парампара, она должна быть свободна от какого-либо осквернения, но, к сожалению, в наши дни существует много осквернений в нашей парампаре. Шридам Госвами Махарадж говорил одно и то же. Вана Госвами Махарадж, Кеша Госвами Махарадж, все они говорили одно и то же. Все идентичное, но как вам удалось как бы развить вот эти вот различия, диспарити. О, мой брат, как тебе удалось отклониться? Это не Шрота Панта, а быть не в Шрота Панте означает, что то, что вы пишете и то, что вы говорите, это абсурд. И оно не... Гуранга его отвергает. Гуранга это все отвергает. Возможно, целый мир вас, ну, как бы, признает, но Прабхупада сказал много раз, что это не стандарт, это не доказательство того, что это есть абсолютная истина. То есть, если вас весь мир поддерживает и признает, то это не значит, что вы говорите об абсолютной истине. Возможно, абсолютная истина, она вообще в другой стороне находится. Это не шутки. Не воспринимайте абсолютную истину как какую-то, как какую-то тему, на которую можно шутить. Вы примите абсолютную истину с искренне и сделать или умереть. И не так, что вот я могу, может быть, попозже сделать. Нет, это золотая возможность. И я вам повторяю постоянно об этом. Я сижу на Вьясасане и перед Вриндадеви. Если вы сейчас потеряете эту возможность, то вы потеряете все.
вы можете потерять все. Постарайтесь использовать эту жизнь, эту возможность. Сделать или умереть. Постарайтесь почувствовать необходимость. Что такое абсолютная истина? И я могу возвращаться к этому, к обсуждению этого вопроса время от времени. Гуранга Махапрабху во всех своих лилах, он никогда не хотел идти на компромисс. Махапрабху никогда не шел на компромисс, то есть он никогда не жертвовал качеством во имя количества. То есть если вы хотите качества, то у вас не будет количества. Махапрабху, он никогда не шел на компромиссы. И когда он видел какие-то отклонения, какую-то дерзость в ком-то, он прогонял таких преданных. Конечно же, не напрямую, он таким своеобразным, ну, то есть трюками отправлял. Я вам потом расскажу, как Балавачарья был отчитан Махапрабху. Такая важная личность, Балавачарья. Вчера я вам рассказывал о Юкта Вайраги Рагунат Дас Госвами, и она эксклюзивная. Вайрагия нам не нужна, если Вайрагия, она не, если моя вайрагия удовлетворяет, то есть умилостивает Прабхупаду, тогда это хорошо. Но если я, например, одеваю красивые одежды и читаю, говорю харикатху, то это нормально, но в своей комнате я могу сидеть в купине. Но для проповеди я могу одевать одежды, кто-то мне, может быть, подарил. Юкта вайрагия — это очень важная вещь. И вайрагия Рагунат Дас Госвами, она абсолютная. И в то же самое время это юкта вайрагия. И он принимал только рис, который он находил на том месте, куда панды относили просад, практически испортившийся. И он мыл этот рис и с солью принимал этот просад. То есть эта вайрагия, она юкта вайрагия для Рагунат Дас Госвами, потому что для него это было естественно, но вы не можете имитировать это. Бабаджи Мараш, Горкишор Дас Бабаджи Мараш или Вамсидас Бабаджи Мараш. В общем, когда тело мертвое проплывало в реке, он брал одежды, стирал их и использовал их. То есть он не просил ни у кого одежды. То есть это юкта вайрагия в его случае. А Бхактинат Такур, он был в своем баджан кутире, и он пил молоко 3 раза в день и совершал баджан. И это юкта вайрагия в его случае. Но вы не можете подражать Бхактинат Такуру. Это зависит, то есть от преданного к преданному. В Рагунатха Госвами вот это юкта вайрагия. Махапрабху, он принимал вкусный просад у преданных. Почему Махапрабху явил эту лилу спасения Амога? В этом причина, потому что мы все Амог. Амог сказал: ты ешь столько много риса. Эта лила, она была устроена Бхагаваном. Амог, он увидел недостатки в Гуранге. О, Гуранга, ты ешь столько много риса. И это своего рода учение для нас. Гуранга, он принимает столько много просада, потому что его очень сильно просят. От всего сердца Сарабам Бхаттачарья его попросил.
Гуранга Мапрабу, он не заинтересован в каком-то там особенном просаде, но он принимает, он Верховный Господь, и когда он это делает, принимает сладкий рис или еще что-то, Джаганнат Прасад, организованный преданными, это для него Юкта Вайрагья, будьте внимательны. Для Гуранги Мапрабу это Юкта Вайрагья, это Верховный Господь. Но вы не можете подражать Гуранге. О, Гуранга ест так, и я тоже так могу поступать. Как в случае с Шанкар Бхагаваном, если вы будете имитировать, то вы умрете. Вчера я вам рассказывала о Вайраге Рагунат Дас Госвами. Он был полностью посвящен лотосным стопам Гауранги. И он служил Рада Кришне. Он служил Гауранге и Рада Кришне. Я вам уже сказал. Мапрабу дал Рагунат Дас Госвами Гирирадж Шилу, которую он постоянно с собой держал. Мапрабу совершал Харинам и смотрел на эту Шилу, Гирирадж Шилу. И в Гирирадже Мапрабу он всегда видел Кришну. И того самого Гирираджа он отдал Рагунат Дас Госвами. Понимаете? Единственное богатство Мапрабу отдал Рагунатху. Рагунат, возьми. И, то есть, и подарил он ему еще Гунджамалу. И наш Гуруварга объясняет, когда Мапрабу дал Гирираджа Рагунатху, он дал ему Кришну. А когда он дал ему Гунджамалу, это мало сделанное из семян, которые во Вриндаване есть. В общем, Мапрабу дал Рагунат Дас Госвами Рада Говинду. И лотосные стопы Рада Говинды — это самое огромное богатство во всех мирах. И Махапрабху отдал это богатство Рагунат Дас Госвами. Поэтому сейчас поймите, каково его положение. И Нитьянанда Прабху, он уже это все предсказал. Прабху тебе даст какое-то очень служение, близкое служение. И Раджа Пратапарудра, он хотел встретиться с Махапрабху. Но Мапрабу, он не желал встречаться ни с королями, ни с матаджами. Но что же поделать? Король, он хотел встретиться, а Мапрабу, он отказывал. Таким образом, король, он просил преданных разных, Сарабамба, Тачар, Кашимишу, Рай Рамананду, попросите, пожалуйста, Мапрабу. Мапрабу вас любит, если вы все его попросите, он обязательно согласится. И тогда Раджа Пратапарудра, они пришли вместе. Рай Рамананда, он пришел из Видьянагара. Видьянагар — это практически на юге Индии. Рай Рамананда, когда шел в Нилачал, он прошел через Каток, и там был король. И Рай Рамананда сказал: «Я больше не могу работать на правительство, я хочу уволиться. И я прошу тебя, разреши мне служить Махапрабху Шри Кришне Чайтане. Я хочу уволиться. Ты можешь кого-то нанять другого. И остаток своей жизни я хочу прослужить Махапрабху». «Правда? Ну хорошо.
я тебе продолжу платить, я тебе буду полностью выплачивать зарплату, все, которую ты получаешь. И ты, пожалуйста, ступай и спокойно служи Верховному Господу. Сарабам Батачарья, он уже получил доказательство, что Махапрабху, он Верховный Господь. И король попросил Рармананду: уговори Махапрабху дать мне даршан. В общем, Рай Рамананда, он прибыл в Нилачал, и до этого тоже Сарабам Батачарья, он уже попросил Махапрабху: о Прабху, Раджа Пратапарудра хочет получить твой даршан. И Махапрабху спросил: а что ты имеешь в виду? Я саньяси. Ты хочешь меня занять в этом служении? Нет, нет, я просто говорю, что он хотел бы с тобой повстречаться, увидеть тебя. Он великий преданный Сарвабама, но ты же очень умный человек. Твой запрос, он разве авторитетен? Я же саньяси, а ты меня просишь повстречаться с королем. Это запрещено в писаниях. В писаниях сказано, что саньяси не может встречаться с королями или с матаджи. Это запрещено. И тогда Сарвабам Батачарья, он запереживал, отправил послание, что я попросил Махапрабху, но Махапрабху не готов на это. И тогда король заплакал и сказал: я слышал, что Махапрабху, он явился в этом материальном мире. Чтобы спасти всех падших душ. Но, наверное, всех, кроме меня. Он не спасет Пратапарудру, кто самый худший из всех живых существ. Он спасает растения даже и животных, но он не хочет спасти меня. Но это таково мое решение. Если я не получу даршан лотых на стоп Махапрабху, будьте уверены, я приму саньясу и оставлю королевство. Раджа сказал такие слова Сарабаму Батачаре: если Махапрабху он мне не даст свой даршан, то будь уверен, я оставлю свое царство, приму саньясу и уйду. Все переживали. Махапрабху, он уважал и его любовь к ним была особенной, к Рай Рамананде, к Сарвабам Батачарье. И Рай Рамананда, он был очень умен. Он не сказал Махапрабху: дай свой даршан Сарвабам Раджа Пратапарудре. Рамананда сказал: я Прабху, я обратил внимание, я поразился, как же тебя любит Раджа Пратапарудра. Я никогда не мог себе такого представить. То есть он не сказал: дай ему свой даршан, он сказал, что Пратапарудра тебя очень любит, чтобы растопить сердце Махапрабху. И Нитьянанда Прабху, он также очень был умен, и он сказал, Нитьянанда Прабху сказал от имени короля, и Махапрабху, он разозлился. Махапрабху сказал: если я это услышу во второй раз, вы меня не дойдете больше в Нилачале, я уйду отсюда. Не-не-не, подожди, мы не... Что вы подразумеваете под словом «даршан»? Вы что, все планируете меня взять в каток и встретиться с королем? Вы это имеете в виду? Вы хотите меня взять и вместе со мной отправиться все вместе в каток, чтобы дать даршан королю? Не-не, мы такого не имели в виду. А что вы имеете в виду? Как я могу ему дать даршан?
Если вы мне еще об этом скажете, вы меня больше здесь не найдете. Будьте осторожны. И Сарбхам Бхаттачарья сказал: смотри, он без тебя жить не может. Ну, хорошо, давай ты дашь ему свою одежду, бахирвасу. И тогда Махапрабху сказал: ну хорошо, одежду ты можешь дать ему. И тогда сказал Говинда: возьмите у Говинды. И тогда преданные взяли эту одежду и отправили Раджи Пратапарудри и передали ему следующее: Махапрабху не готов с тобой встретиться, но он тебе передал свою одежду. И тогда Пратапарудра, он обнял эти одежды и заплакал. Это тоже своего рода крипа. Сарвабхаум Бхаттачарья, он пытался утешить короля. Он сказал ему: не торопись. Помни, он Верховный Господь. Он не обычный саньяси. Он не обычный саньяси, он Верховный Господь. Прабху, он заинтересован в настроении преданных. Ему не интересно, кто каким имуществом обладает, кто какое положение занимает. Твоя любовь, твое, то есть самопредание, они превосходны. Поэтому я тебе обещаю, сегодня, завтра, ну или послезавтра, Прабху, он даст тебе даршан, я обещаю тебе. Поэтому не торопись. Прабху, он следует неким правилам, неким ограничениям. И Сарвабхаум Бхаттачарья сказал: мы думаем, мы в процессе, мы устраиваем заговор. И Пратапарудра тогда немного расслабился, и он перестал просить о встрече. Хорошо, я буду ждать. И тогда преданные, они стали планировать. И преданные подумали: Прабху, он таким образом просто так никогда не даст даршан. Махапрабху, он уважал и любил Матаджи, но он с ними не встречался. Но когда кто-то что-то предлагал, соблюдая правила чистоты, то Махапрабху это, конечно же, принимал. Преданные из Навадвипы, они пребывали в Нилачалу с женами, со своими шакти, но Махапрабху, он был очень серьезен поэтому, как бы в этих вопросах, то есть он очень строгим правилам следовал. В общем, преданные стали размышлять, то есть как же все устроить, Махапрабху просто так не даст свой даршан. И тогда они подумали: когда Махапрабху будет танцевать на Радхаятре, я вам расскажу о Радхаятре, когда придет Рупа Госвами в Нилачал. Сейчас я вам просто затрону фестиваль Радхаятры, потом мы вернемся к этому, к этим лилам. В общем, Махапрабху, он после того, как он танцевал перед каретами Джаганата, Махапрабху, он устал и решил отдохнуть в саду. А когда Махапрабху будет танцевать, потом он захочет отдохнуть в саду. И так, когда он закроет свои глаза для того, чтобы отдохнуть, он не будет спрашивать, кто пришел, зачем пришел. И тогда Пратапарудра может к нему подойти, переодевшись обычным человеком, не в одеждах королевских. Но ему нужно одеться в обычные одежды, в какие-нибудь порванные одежды. И вот таким образом преданные, они строили планы. И когда кареты прибыли к храму Гундичи, там раньше был огромный сад, красивый сад, полный фруктов и цветов, но сейчас там все застроили зданиями разными. В общем, когда Махапрабху отправится в сад, чтобы отдохнуть там, он закроет свои глаза, и тогда
Парадапарудру его научили таким образом. Ты тогда к нему подойди и прочитай ему Гопи-гиту. This way you can go. You can go on reciting whole Bhagavatam, that you know, Gopi Gita. Прочитай ему Гопи Гиту из Бхагаватам. Mahaprabhu is feeling, you know, now Mahaprabhu can take rest. Вот когда Махапрабху будет отдыхать, он будет довольный, потому что какой был Махапрабху, когда он пришел в сад, он был очень рад, потому что это было, когда карета Джаганатха прибыли в Гундичу, то есть Кришна во Вриндаване. Сейчас Кришна, он во Вриндаване. Сейчас Джаганат, он под нашим присмотром. Recite nicely. Your tone is very good. I want to say. King is going, and after that, when Mahaprabhu lying in the bed, no. В общем, преданные приготовили Раджа Пратапарудру, и когда Махапрабху прилег в саду, чтобы отдохнуть, он закрыл глаза, и тогда Пратапарудра к нему подошел, стал массажировать ему ноги и начал петь Гопи-гиту. И тогда Махапрабху, он знал все, он сам Бхагаван. Но тем не менее, после того, как он услышал Гопи-гиту, он поднялся. «Ты кто? Кто ты? И ты мне дал такое сокровище большое, но у меня нет ничего. Я не могу тебе отплатить. У меня нет ничего, чтобы я мог тебе дать, а ты мне дал амриту. Я обычный саньяси, у меня ничего нет». Махапрабху все знал. И это все таким образом случилось, произошло, чтобы никто не смог обвинить Махапрабху. Неожиданно ты мне подарил эту амриту, а я обычный саньяси, мне нечем тебе отплатить. Таким образом, Махапрабху, он дал даршан Раджи Пратапарудре. И Пратапарудра, он был так рад, он даже не мог спокойно стоять, он, его тело тряслось. Он не ожидал такую милость в своей жизни. Дотронуться до лотосных стоп Бхагавана. Кто может осмелиться прикоснуться к его лотосным стопам? Никто. Но Бхагаван дал ему такую возможность. Таким образом, Пратапарудра получил полную милость Махапрабху и стал служить Гуранге, и не только ему, а всем его преданным. Все, кто приходили в Нилачал, в Пурушоттамдам, все, то есть он помогал кому с размещением, кому с просадом, то есть он решал все проблемы преданных. Это моя обязанность, я слуга Гуранги. Почему Махапрабху дал ему такую милость? Почему Махапрабху был доволен Пратапарудрой? Потому что он, будучи великим королем, он подметал улицу. Когда ратхаятра начинается, это такое правило, что король должен с метлой подмести дорогу, убрать и опрыскать ее водой с чанданом. Он король. И когда Махапрабху увидел вот это старание Пратапарудры, он как бы ему это очень понравилось.
Но кто-то может спросить, а почему же Махапрабху сначала отверг короля? И ответ таков. Когда король Раджа Пратапарудра впервые услышал о Махапрабху, он думал таким образом: «Я король этой страны, все имеют возможность получить даршан Махапрабху, а почему я не могу? Я король». Даже после того, что он, ну, то есть после того, что он, после того, как он узнал, что Махапрабху — это Верховный Господь, то есть у него было такое настроение скрыто внутри. После чего, благодаря общению с гуру Вайшнавами, все остатки ложного эго, они были уничтожены. И после того, как Махапрабху, он увидел вот это вот служение Раджи Пратапарудры, то он остался им очень доволен. А иначе Махапрабху никогда, никто не может заставить Махапрабху не сделать что-то. Если Махапрабху чего-то не хочет делать, то кто его заставит? Махапрабху, он так вдохновил преданных Сарвабаму, Кашимишру, устройте все таким образом. Махапрабху, он сам всех вдохновил. Когда я буду лежать на земле, пусть он подойдет таким образом и так далее. То есть причина была в том, что Прабху, он не хотел встречаться с королем, но позднее, когда король оставил ложное эго, тогда Махапрабху, Раджа Пратапарудра был великим королем. Мусульманские правители, другие короли, они его боялись и уважали. Его королевство было очень большим, и он был очень могущественным, и никто не мог побороться с ним. И вот вначале Махапрабху, он не был готов пролить на Пратапарудру свою милость. Но позднее, каким-то образом, он решил дать ему свой даршан. Таким образом, эта проблема была решена. И о Ратхаятре я вам расскажу позднее. Сейчас я хочу обратить внимание на вот эту вот лилу очень важную, наказание отчета Харидаса. Сегодня я вам расскажу об этом. Там столько много вещей. Это лилы Махапрабху, они бесконечны. Махапрабху однажды принимал прасад в доме Бхагавана Ачарья. Махапрабху — это верховная личность Бога, сверхдуша. Все, что я делаю, что вы делаете, Махапрабху, он все знает. Никто не может ничего утаить от Махапрабху. Махапрабху, после того, как он принял прасад, он стал прославлять рис. «А где ты такой рис достал? Такой вкусный, дорогой». И Бхагаван Ачарья сказал: «Я отправил Чота Харидасу к Мадави Деви Даси, чтобы он принес этот рис от нее». Махапрабху спросил: «Ты получил этот рис от Мадави Деви Даси? Да, а кто к ней сходил?» «Я отправил Чота Харидаса, младшего Харидаса». И Махапрабху ничего не сказал. И по завершении, то есть по окончании принятия прасада, Махапрабху вернулся в Ганбиру и дал наставление Говинде, сказал: «Говинда, с сегодняшнего дня мои ворота закрыты для Чота Харидаса. Объяви это всем и каждому,
с сегодняшнего дня мои двери, они закрыты для Чота Харидаса. Он никогда не может сюда зайти. Объяви об этом всем. Тогда новость распространилась, как ветер. О! И все тогда запереживали. А что же случилось? Неожиданно Махапрабху такое объявил. Но Чота Харидас, он служит Махапрабху, он поет красивые киртаны. И, в общем, все стали спрашивать Махапрабху, а что случилось с Махапрабху? И тогда Махапрабху всех как бы отправлял, занимайтесь своим служением, идите. И тогда Сарабхам Бхаттачарья, он к нему пришел, Махапрабху не смог ему ответить точно так же. Махапрабху сказал, я не контролирую свой ум, то есть ум не под моим контролем. Когда брахмачари или саньяси, они хотят камени или канчана, то я таких брахмачари и саньяси, я их не хочу видеть. Не хочу видеть их лица. Мой ум не под моим контролем. Я не могу видеть лица тех, кто после принятия брахмачари или саньяси, они совершают запрещенное общение. Камени, канчан. Те, кто хотят совершать самбасан, я с ними не хочу даже разговаривать, я не хочу видеть их лица. Тогда потом об этом сообщили Чота Харидасе, Харидасу, и Чота Харидас спросил, почему? И преданные объяснили, но ты знаешь, и Махапрабху знает, а больше никто не знает. В общем, Махапрабху запретил ему приходить, ну, видеться, встречаться с ним. И когда Махапрабху, он ходил в Джаганнат Мандир, Чота Харидас издалека предлагал поклоны, а Махапрабху даже в его сторону не смотрел. И преданные, они успокаивали Чота Харидасу, они ему говорили, ну ты подожди, мы не знаем, в чем причина, но мы можем что-то попробовать сделать. Но ты, пожалуйста, не расстраивайся, не теряй надежды. Прабху — это верховная личность Бога, это Бхагаван. Он однажды обязательно тебе даст свой даршан. Подожди, не теряй надежды. И Чота Харидас, он перестал есть, перестал пить, очень похудел сильно. Прабху меня отверг. И, в общем, Чота Харидас, он ждал, ждал, ждал. И так прошел целый год. И Прабху, он даже ничего не спросил о Чота Харидасе, ничего не сказал, не сказал таких слов, позовите Чота Харидасу. Нет. Прошел целый год, и Махапрабху не сказал, не произнес таких слов, позовите Чота Харидасу. И тогда преданные, они беспокоились очень, наблюдая настроение Махапрабху. После чего, по прошествии одного года, Чота Харидасу, он решил, он подумал, я не могу оставить это тело. То есть, когда с того момента, как Прабху меня отверг, на что мне это тело, что мне с ним делать, и я не могу совершить самоубийство, я сделаю нечто, что не самоубийство, но и также я оставлю тело. И Чота Харидас, не говоря никому ничего, не спросив совета ни у кого, он отправился в Аллахабад. Знаете, Аллахабад, Тривени Сангам, где сливаются три реки Ганга, Ямуна и Сарасвати. Чота Харидас, он отправился туда,
И там он решил оставить тело, медитировал на лотосные стопы Гуранги. Он оставил тело. Это не суицид. Потому что это не суицид. Когда кто-то думает о лотосных стопах Бхагавана и оставляет тело, а из-за чувства разлуки с Прабху, это не может быть воспринято как суицид. Вы можете посчитать это суицидом. Даже как они называются, борцы за независимость, и особенно из Бхарата, потому что Бхарата — это земля духовности. И святые, мудрецы и святые, то есть после долгих медитаций они дали столько много сокровищ. И когда борец за, ну, это как бы применяется в принципе к любой стране, когда борец за независимость, он жертвует своим телом за родину. Мне задали однажды такой вопрос: он станет привидением, потому что его убили на поле сражения? Нет. Нет. Когда борец за независимость оставляет свое тело на поле сражения, у него есть идеал какой-то. Был один молодой человек, и его британское правительство, они его приговорили к повешению. И его поместили на деревянную такую структуру. И собрались его вешать. И, в общем, ему должны были на шею повесить петлю и потом выбить из-под ног вот эту деревянную структуру, и таким образом его бы повесили. В общем, но он был очень счастлив перед смертью, и он в радостном таком настроении, он запел песню о родине: «О, мать, дай мне разрешение оставить это тело, и я потом вернусь к тебе». То есть эта песня, она очень красивая. Он был такой молодой, ему было 18 лет. В общем, он стоял уже с этой петлей на шее. И вы думаете, что он станет привидением, потому что его убили таким образом? Нет, у него был идеализм. У тех, у кого нет идеализма, у кого те, кто оставляют тела с какими-то грязными, по каким-то грязным причинам, они станут привидениями. Но и, конечно же, не в случае Чота Харидаса. Чота Харидас — это преданный. Он служил Махапрабху. Возможно, он совершил ошибку. А какую ошибку? Это я вам потом расскажу. В общем, Чота Харидас, он отправился на слияние трех рек Ганга, Ямуна, Сарасвати, после чего он стал медитировать на лотосные стопы Гуранги и прыгнул в вот это вот слияние трех рек Ганги, Ямуны и Сарасвати, и там он оставил тело. Махапрабху знает все. Махапрабху, он в сердцах всех и каждого. По прошествии нескольких дней Махапрабху спросила: «Вы знаете, где Чота Харидас?» И тогда преданные сказали: «Прабху, ты не давал ему даршан на протяжении целого года». И тогда он ушел. Он отправился в Тривени Сангам и с желанием получить твое служение твоим лотосным стопам. И вот он оставил тело. Махапрабху, он засмеялся, он сказал: «Да, это подходящее наказание для брахмачари и саньяси, когда после того, как они принимают брахмачари или саньяси,
саньясу, когда они имеют желание, когда у них есть желание камени Канчана, то это вот подходящее наказание. Махапрабху, он все знал. И буквально по прошествии нескольких дней он спросил о том, а где же был Харидас, что-то Харидас. Тогда преданные сказали, что произошло, и Махапрабху сказал, да, это подходящее наказание. Как строг Махапрабху, а что сейчас в наши дни происходит? Если вы только задумаетесь об этом, вы заплюетесь просто. Какие стандарты поддерживал Махапрабху, какие были поддерживались в те времена, времена Махапрабху. Ну а сейчас, как сказать, под предлогом баджана люди совершают какие-то голые пляски. Мы должны следовать стандартам, показанным Махапрабху. Нас недостаточно просто на словах говорить о гуранге. Этого недостаточно. Нам нужно следовать гуранге в истинном смысле. Вы должны отдать гуранге и Махапрабху свое сердце. Вы не можете обмануть гурангу. Вы не можете обмануть гуру вайшнав. Они все знают. Если вы захотите их обмануть, вы будете обмануты. Что-то Харидас, он получил вот это наказание. И тогда все преданные в округе, ну, то есть в окружении Махапрабху, они стали очень внимательны, осторожны. Все преданные, сотни тысяч преданных, они стали очень аккуратными, как поддерживать стандарт. То есть если они, то есть они знали, что если они допустят какую-нибудь ошибку, то Махапрабху их отвергнет. И что такого сделал Чота Харидас? Что же он такого сделал? Все спрашивали Прабху, а Прабху не отвечал. Он всего лишь один раз сказал, те, кто приняли отреченный образ жизни, они не могут сохранять вот эти вот грязные желания камени и канчанам. А Прабху сказал, мой ум, он не под моим контролем, я не могу пойти на компромисс. Я не могу видеть лица такого человека. Нам всегда нужно быть очень аккуратными в этом вопросе. И Махапрабху, он в сердце каждого. Что же такого совершил Чота Харидас? Бхагаван Дас отправил Чота Харидас к Мадхави Деви Даси. Мадхави Деви Даси была пожилая женщина, она тапасвини была. Она совершала постоянно аскезы, тапасю. Она была великая преданная. Конечно же, там не было никаких проблем с Мадхави Деви Даси. То есть Чота Харидас отправился к ней. В этом проблема нет, конечно. Она была пожилой женщиной, очень пожилой. Но у нее была служанка. И Чота Харидас, он на нее посмотрел в таком настроении, с желанием. И преданные должны быть очень внимательными. Все те, кто хотят совершать Кришна-бхаджан, женщины или мужчины. И я не говорю, что только брамачари и саньяси, все и каждый должны быть очень внимательными, иначе Майя Деви, она пнет его или ее, и выпнет из баджана. Будьте внимательны. И, в общем, все преданные, они были в шоке наблюдать за вот этим настроением Махапрабху. И Махапрабху, он все преданные приглашали Махапрабху, и Махапрабху сказал однажды, я приму прасад в доме того, кто лакшапати. Если вы переведете
лакшапати, то на английском это не заимеет никакого смысла, но в данном контексте, как я понимаю. То есть лакшапати означает богатый человек, у кого огромное имущество. Лакшапати в те времена это миллионы долларов, то есть лакх рупий. Но преданные, они сразу испугались, но мы же бедные, мы, у нас нет ничего. И ты у нас не можешь принять просад от нас, ну хорошо. Мы очень бедны. И Прабху сказал, вы знаете значение слова лакшапати, вы знаете смысл того, что я вам сейчас говорю, но мы бедные. Постарайтесь понять, что я вам говорю. Те, кто совершают один лакхаринама каждый день без компромиссов, не то, что сегодня я занят, хорошо, 25 тысяч, а завтра я, может быть, опять один лак, а послезавтра, может быть, 75 тысяч имен. 75 — это 48 кругов, 25 — это 16, лак — это 64 круга. То есть я только приму просад в доме того, кто читает один лак харинама каждый день, 100 тысяч святых имен. Таким образом, Махапрабху, он постоянно устраивался таким образом, чтобы все совершали баджан как положено. И если мне удастся найти одного или два человека, которые примут вот эти все учения, то я буду удачлив. Я не заинтересован в том, чтобы увеличивать количество обезьян. Важно качество. Слабость, ну, то есть преданные могут быть слабыми, анардхи могут присутствовать, но это ничего страшного. Гуру Вайшнава никогда никого ни от кого не откажется. Но, тем не менее, нужно следовать стандартам. И Махапрабху сказал, те, кто не читают один лак харинамы, я и в доме тех не приму просад. Все должны читать лак харинамы. И тогда с того момента все преданные стали воспевать лак харинамы. Все гаудия преданные, вся наша гуруварга, все они намачари. И завтра я вам объясню это. Завтра вечером я вам объясню, что это означает. Наша гуруварга, они все намачари. И если кто-то не намачария, то он не может стать ачарией. Завтра я вам это объясню. Сегодня время подошло к концу. И завтра я также объясню эту шлоку. Эту шлоку я объясню завтра.